Всем привет, вы на канале Alex Danpool, и сегодня мы распаковываем солдатиков. Это воины среднего века. Вот, короче, мы уже открыли эту упаковку, не стали это снимать, потому что мы ее открывали, это было рановато. И вот наши воины. Ну, как с подставочками, как вы видите. Такие вот воины. Солдатики такие вот. Какие-то. Ну, на этом еще не все. Мы их будем разукрашивать. Мы приступаем к раскраске наших солдатиков. Но для начала нам необходимо сделать основу. То есть мы их покрасим в белый цвет, а затем уже при помощи лака для ногтей будем разукрашивать. В качестве белой краски возьмем обычную эмаль. Тарарам, там, 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 тарарам, там, 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 тарарам, там, 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 тарарам, там, там, там. Вот они, наши солдатики, после погружения в белую краску. Белая краска нужна для того, чтобы цвета, которые мы будем накладывать сверху, хорошо смотрелись без оттенков. То есть были насыщенными и яркими. Вот, собственно, наши лаки. Целая коробка любых цветов. Будем выбирать нужные и раскрашивать. Перед началом раскраски определитесь, какие элементы вы будете раскрашивать первыми. Не стоит брать солдатика и разукрашивать его сразу полностью. Конечно, да, можете поступить и так, но быстрее процесс пойдет, если вы будете, скажем так, раскрашивать всех по чуть-чуть. То есть по элементам. Допустим, сначала там сапоги, какой-то определенный цвет. Вы берете и раскрашиваете этим определенным цветом все ваши фигурки. Также на что стоит обратить внимание. Если у вас, допустим, есть какой-то элемент большой, который нужно раскрасить, то вы можете его раскрасить быстро, грубо. А затем элементы, которые к нему прилегают, уже аккуратненько, внахлёст, скажем так, вашему первому слою. Допустим, вот вы раскрасили, как у меня вот в этом солдатике, да, щит изнутри. Быстро раскрасил синим цветом, а потом аккуратненько, тоненькой кисточкой уже довел ему руку темным серебряным. Относительно кисточек. Кисточки, значит, есть тонкие и толстые. Ну, это и так понятно. То есть с толстыми кистями быстрее красит, но получается грубо. С тонкими, соответственно, наоборот. Получается все аккуратненько, красиво, но красить дольше. Thank you.
Относительно красок. В данном случае я раскрашивал лаком для ногтей. Но также вы можете использовать любые другие краски. Есть даже профессиональные краски для раскрашивания пластиковых деталей. Таких солдатиков, самолетов, вот модели самолетов. Там часто предлагают выполнить раскраски. Да? И продают специальные краски для этого в маленьких емкостях. Но они, соответственно, дорогие. Будут подороже стоить, чем тот же лак для ногтей. Сейчас широко применяются акриловые краски для раскрашивания моделей. Они очень удобны в обращении, растворяются водой, хорошо держатся вот на фигурке, на нашей модели. Но требуют небольшого ухода самой модели перед покраской. То есть нужно загрунтовать. Ну, собственно, что-то похожее на то, что сделал я, да? То есть я как бы их загрунтовал, подготовил к покраске. Ну, там нужно будет использовать там специальные грунты. По металлу, там, по дереву, по пластику, в зависимости от того, из чего у вас будет изготовлена сама фигурка. Также тонкие кисти. И знание пропорций для развода этих акриловых красок. Получить правильную полутень или более насыщенный оттенок, вы уже меняете концентрацию воды и самой краски. В конце, когда фигурка уже была полностью раскрашена, я ее финализировал бесцветным лаком. То есть полностью покрыл бесцветным лаком, придав ей хороший такой глянцевый эффект. После полной покраски вес фигурки увеличился почти вдвое. Что, работа с раскраской наших солдатиков уже завершена. Как вы видите, мы имеем не просто кусочки красного пластика в виде человечков, а готовые фигурки настоящих крестоносцев, тамплиеров. В форме очень удобной игры.